Есть? Есть Куйбышев, я сам с Куйбышева. Ну, я сам с Куйбышева. Родные есть там у меня. У меня там брат. И как вы оказались в пансионате? Ну, я же был там в Зеленом мысе, где Бюбиха. Угу. А там же психически больные. И вот туда начали новые партии привозить психически нездоровых. И нас начали поэтапно по несколько человек сюда привозить, в Бердский пансионат. Ну, не только в Бердский, и другие пансионаты вообще по региону, по нашему. Ну, вот здесь так я оказался. А раньше я правильно поняла, что вы в первом отделении жили, которое в Речко? Да, с первого отделения отправились сюда, ну. А как это произошло, то что вот вы... Ну, как произошло? Нашли за мной вроде как нарушение, все. А какое нарушение? Что я там кого-то тронул или что это самое? Ничего такого не было серьезного. Ну и все, вроде как нарушители отправили сюда. А что здесь? Меня присудили судом, что ли, здесь жить в этом хаосе? Ну, здесь, как говорится, для инвалидов вообще удобств конкретно нет. Даже в туалете заедешь, поршни идут. В туалете заезжаешь, два этажа ходят на первый этаж туалет. Два этажа. Мужчины в основном. Там мужской туалет внизу. А наверху там туалет женский, на втором этаже. Ну вот и порой очередь занимает на унитаз Или помыться. Одна лейка, умывальник. Ну, так там все вместе. И курилка, и умывальник, и душевая, и два унитаза. Ну, все вместе Еще заходит туда и книжку почитать иногда побеседовать Так там вообще не развернуться, не повернуться. Здесь вообще никаких удобств нет для инвалида. Ну. Здесь удобство. Здесь только в основном проблемы создают для инвалида. Вот с фонарем, да, здесь, пожалуйста, для них здесь нормально. Ну, они живут удобство в комнатах у них. А у нас вообще 5 человек понагнали в комнату. Ну, 5 человек, как четверки, кассерную банку понапихали. Ну,